И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и Чумной Доктор. Сегодня мы играем Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в пиццерии FNAF. Какая-то часть, напишите в комментариях, потому что я не знаю. Ну что, Димон, давай покажем эту пиццерию, классно. Она заброшенная получается, тут какие-то растения, электричество, тут все как-то сверкает. Экран, смотри, прям экран, офигенно сделал, кстати, разработчик. Да. Так, идем. О, кстати, надо поломать вентиляцию, потом пролезть по ней. Ну, автомат, да, смотри, Димон, боком лежит. Угу. Ну, это заброшенная пиццерия, видно, что сломанная очень. Давно ей не пользовались, но мне кажется, что это все-таки FNAF 8, не? Не знаю, не знаю, пусть напишет в комментах. О, так, здесь... аниматроники, их не было, Серега поставил, красавчик. Молодец. Аниматроники, да. Смотри, какие прикольные автоматы разрисованы, прям свежа, кажется, что они, ну... Ну не сильно, они прям подёртые, ну, там поржавевшие. Такое. Просто краска, Дима, стойкая, понял? Понял, корабельная, я понял. Да. Давай сейчас здесь пройдем. Вот сюда. О, шкатулка. Вижу там. Так, шкатулку, да, увидели? Кнопки. А ну-ка. Слышишь? Ой, Дима, свет погасил, света нету. Воу, а ну-ка. Во здесь. А чё генератор так светится? Не знаю. Прикольно. Подожди, тут еще две кнопки внизу есть. Так, я слышу что-то, ты удары. Нет, я просто нажимаю. Дима, слышишь, что-то металлическое заходило там. О, так, маска лежит марионетки, прикольно, да? Да, прикольно. И там где-то марионетка должна быть. Так, давай еще здесь пройдем. Это мы все обсмотрели? Ой, это скелет. Смотри, какой газ тут фигачит. Он дамажит или нет? А, я думал, он дамажит. Он не... Я думал, это как отравленный. Димас, это мы получается в каком-то подвале, мне кажется. Нет? Да, как, да, как это... Ломай этот. А ну давай ногой лупанем. О, погнали. О, получилось, давай. О, мы здесь пройдем? Не знаю, давай ломай. Блин, нельзя, а я пролечу. Ой, слышишь? Воу. Димас, что за звуки? Офигеть, камера здесь стоит. Димас, ты слышишь звуки? Мне нравится, классно. Как, может, сюжетка здесь есть? Да, наверное, есть, я не знаю. Так, я ползу, куда ползу, не знаю. Лечу. Давай, давай, ползи. Давай, я с тобой. О, здесь камеры стоят. Ой, опять звуки какие. Может, когда я попадаю на камеру, такой звук? Вот смотри, сейчас попаду на камеру, слушай. Не, Димас, это не от камер зависит. Понял. Это, видать, аниматроники какую-то штуку запустили. На. Ломай. Чик. Так, я видел, еще там комната есть, где мы еще не были. Давай туда сходим. Пошли. Так, аккуратно, на скелета перепрыгивай. Я его боюсь перепрыгивать, кажется, что укусит сейчас за ногу. Ого, здесь прям дерево. Разломаны полы. О, смотри, как круто. А здесь этот, скраб-бэби и балунбой. Здесь еще есть. Вентиляция. Нано. Да. Нет, мы уже там были, Димас. Это к этому генератору ведет. А, вижу, все туда ведет. Да, 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 да. Давай дальше пройдем. Ого-го. Смотри. Большая такую пиццерия. Большую комнату для какой-то манглихи, а? Ты манглиха зажралась как-то. Димон, это точно подвал? Трубы, да, почему реально? Здесь так все как-то стрёмно? В каком-то подземелье нас заперли сюда вообще. Смотри, здесь плюштрап, как будто он устал уже 10 дней без остановки работал. Так мы думаем, бошку скрутили. Он уже отрубился конкретно, ему вообще плохо. Так, давай с нами, охранник. Этот стажер, он охранник немножечко такой. Так, а что у нас дверь закрыта, кстати? Не знаю. Смотри, нас заперли здесь, Димас, мы не можем выйти. Отлично все. Димон, а что эти кнопки дают? Четыре кнопки, смотри. Смотри, одна получается дверь закрывает, Димас, одна нерабочая. Не, а вот дверь закрывать здесь внизу. Димас, вот. А это не рабочие кнопки. Видать, это лифт был какой-то. Да что она там звуки такие стрёмные издает? Вот, это дверь вы закрываете, и такие звуки вообще стрёмные. Монитор уже не работает. О. Так, Димас, здесь аниматроники, они вообще живые или они такие же? О, так смотри, в автоматы можно заходить, это просто текстурки. Димас, я кого-то видел, там кто-то перемещается. Быстрее закрывайте дверь. Закрывайте, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Там наш остался. Давай, заходи, быстрей. Заходи. Быстрее, беги, забегай. Отлично. Как ракета запускается. О, привет, ну можем наблюдать. Вместо Димона окна здесь такую штуку сделали, офигеть. Это прикольно, мне нравится. Да, круто, круто. Так, кто там свистит своим чайником? Так, ладно, давай, Димас, я пока пройдусь. О, идет челик, прощай. Блин, а я по башке. Так, дверь должна была... Димон, здесь в этой части дверью нельзя убить. Я родился. Да. А, это ты озвучиваешь, как я родился? Я родился. Это мультик Лунтик. Ага, прикольно сказал. Мне нравится.
Да, где-то там бродит очень страшный аниматроник, который хочет нас всех съесть. А мы ему посрача дадим. Смотри, что я могу. Я могу вот так вот ему... Иди сюда. Через окно в щи. В общем, так как на этой пиццерии нету никакого номера, то есть она как бы безымянная, назовем ее восьмая. Правильно, Димас? Нормально? Да. Ты прям хочешь, чтобы пусть будет восьмая? Восьмая. Димас, я здесь тень вижу чью-то. Закрываемся. Есть. Такие звуки Димас, классные, Блумбой. Непривычно. С тобой Блумбой побежал. Да как? Я здесь, Димон. Я... Нет, отвали. Нет. Секунд, вонючий. А у меня дамажит, отвали. Ой, я случайно выналетел. Счетерил. У меня, Димас, фонарика нет, придется включить. Ай, жопа моя. У меня фонарика нет, он украл его. Нет. Ах ты, воришка. Нет, я убегаю, отстань от меня. Нет. Димас, открывайте двери, я бегу. Давай, быстрей. Да, не туда. Ладно, закрываю пока. Нет. Прощай, так отвали. Отвали от нас. Ты, блин, Серега, ты очень мощный мужик. Вот это аниматроник. Есть! Да! Блин! Нет, здесь никого. Уходи! Через дверь очень долго закрывается. Я полежу немножко, я устал. Я закрыл, Димас. Вот успел. А чё стола... Серега, ты стол сожрал. Верни стол новый. Из красного дерева булка сделан был. Красного бамбука. Смотри, Димас, тут проходить теперь можно. Ну, а, Серега, спасибо. Больше места сделал. Я все кнопки жмякаю. Так, а я ухожу, Димас, ты со мной? Да я тут постою. Вот этого нашего пусти. Заходи, друг. Закрывай. Фух, я теперь боюсь. Серега очень агрессивный. Я, знаешь, прям чувствую эту дверь, она так закрывается, прям вот чувствуешь надежность. Надежность имеется. Ладно, я тогда пойду, вы тут пока сами как-то. Давай. Я пополз. Поползи. Я ползу. Я слышу звуки какие-то. Класс. Тут Димас, иди, я ухожу отсюда. Там такой аниматроник. Это Афтон был. Я смотрю, никого нету. Его рука бы чуть-чуть бы дотронулась до меня, бы схватила бы меня. Закрываем. Я убежал. Есть. Я слышу, он где-то здесь. Да, он в этой вентиляции, Димас. Он и ползет! Быстрее закрывайтесь чем-нибудь! Стулья, я бегу. Сетки, давайте ванную запихнем туда. Надо было калитку сделать ей фирменную. Димас, из ванны. Уходим. Может, ему ванна не нравится? Димас, я перед уходом еще дверь закрыл. Красавчик. А так можно? А вот двери ты открывать не убей, наверное. А мы как откроем теперь? Так, я не знаю, давай сюда, погнали. А мы сейчас, Димас, вот по-умному сделаем. Иди сюда со мной вентиляцию. Пошли. Надеюсь, аниматроники нас не слышат, мы очень далеко. А я иду Димона убивать. Я видел, там Лефти был. Димаса, да? Отпускать. Страшный там Лефти пробежал. Лефти, ты же добрый. Не, он не добрый сегодня. Видать, Димас, это пиццерия самая... Шкатулка. Музыку, да, слышу. Так, здесь никого. Отлично. Интересно, я смогу так сделать или нет? Сейчас. Вы видите меня? Я в конце туннеля, вот. В вентиляции. Посмотрите. За мной. О, видно, Димончик, да? Я отдохну. Так, ванную уберу немножко, хорошо? Давай. Давай-ка я обратно запихну. Пускай там валяется. Что она тут делает вообще? Да, закрываемся. Ты будешь калитку делать фирменную? Не, это не я буду делать, это вон. Человечек вот калитку учиться. Слышишь, кто-то тут? Балунбой. Да. А марионеточная шкатулка еще не закончена. Пойду посмотрю. Короче, пойду-ка я, наверное, выключать эту шкатулку. Пошли. А то она надоела мне. Ого, человек дерево! Он, кстати, сюда подходит, в эту, да, пиццерию, реально? Да, он прям... Тоже старый перду... Это человек-мох. Ой, аниматроник-мох какой-то. Человек-мох, надо запомнить. А, он меня чуть не сломал. Ого, тут сделали калитку бабушкину, Димон. Так, хорошо, я убегаю пока что. Ты знаешь, как Димон называется? По твоим чертежам. А, блин, он за мной, открывайте двери. Ты умер? Да. Хорошо, что я не открывал. Он бы убил и нас.
Так кто-то... Ты в нем возродился, и он умер. Так, я, наверное, тут спрячусь где-нибудь. Ой, смотри, смотри, смотри. А вот что ты заглядываешь своими челюстями? На, на. Ай! Ой. Ты... И вот ты мне посрочи вписал. На тебе! А ты что думал, просто так? А я думал, да, все отлично будет. Смотри, ученик мой учится калитки делать. Так, все чи... Да-да-да, это лучший ученик, кстати. Смотрим, как он делает. Ой, так он еще и с кнопками. Ты кнопочный ученик какой-то. Че я сказал? Кнопочный ученик. Так, а игровые автоматы не работают. О, Димас, смотри, как прикольно. Сейчас будет прикольно. Поиграем в автомат. Поиграем, поиграем. Как он тут играется? О, Димас, что ты достал? Вот это махина вообще. Ты кого собрал? На! Ого! Серега, ты что, живой? А, не, Серега на раскорячке сел. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Dark Dragon. Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем добрейший вечерок, ребят. Сегодня у нас карта FNAF 8, будем играть рубрику «Аниматроники пугают охранника». И сегодня будем строить бабушкины калитки, как вы любите. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ну что, пацаны, давайте покажите, как надо играть за аниматроников, а мы будем Серега выживать. Серега сегодня покажет, как надо строить бабушкины калитки. Это, надеюсь, как она называется? Бабушкины... Резинка бабушкиных трусов. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А разве так должно работать? Ой, трусы. Бабкины трусы. Бабкины. Резинки, что ли? О, я вижу, как они идут к нам. У нас же камеры включены. Так, смотрим. О, я чуть не то сделал. Двери так прикольно открываются. Раньше, мне кажется, был другой звук, да, Серега? А ну еще раз? Да, был немного другой. Изменили карту, добавили очень много освещения. Теперь вся карта, получается, мигает в этих лампочках. Так, что-то никого я не наблюдаю из аниматроников. Серега, они же в вентиляции. О, нет. Да-да-да-да-да. Не, никого не вижу. И здесь никого я не вижу. Я перед камерой сижу. А, значит, они сейчас зайдут. Так, никого не давайте откроем двери. Ой, я вижу Серега делать что-то. Вон он какахает. Есть? Да. О, я вижу, смотрит. А, Серега, он ползет, закрывай трусы эти, калитки бабушкины, а ну, быстрее. Серега, давай, ускоритель, лупаш. Ну, ну что, они не сработали? По башке ему давай. Так, никого не наблюдаю. Что-то вообще происходит? Аню, нажми. Ого. Эй, так... А что это за калитка убийца? А ну, если рядом стану. А ну, нажми. Ого, оно дамажит. Не-не-не. Серега, ой. Ой, ой, ой. Ой, бабушкины. Все, Серега, прощай, к нам пришел аниматроник. Я текаю, Дима. Я тоже. Эй, хлопцы, дайте выжить. О, ты, блин, не дали убежать. Дима, я живой. Мертвый, нет, все, Серега, все. Все, уходи. Чилибынкс. Отвернемся от вас, мы поспим. Серега, надо было ускоритель ставить не на бок, а вот сюда, вот, чтобы вверх-вниз, типа, вперед-назад тяга была. Тогда сработает. Ну, блин, калашматки. Давай я покажу, давай я ускорители поставлю. Поставь веревки, просто вверху чисто. Делайте опять калитки бабушкины. А я сейчас все сделаю. Так, у нас есть что? Толкатели. Вот, даун, не даун. Пламя. Толкатели. А ну-ка, Сережка. О, сейчас получится, смотри. А, она заморожена, разморозь. А чё резинки не такие, как-то не так работает? А, резинки надо, Серега, жесткие делать. Сейчас мы, ребята, построим. Должны, короче, быть жесткие, то есть не гибкие веревки. Так, два я сделаю. Веревка. Предел силы. Вот, жесткость. Это лебедка. А надо веревку. Удаляй свои веревки и поставь просто этот кубик. Я сейчас покажу, как надо. Так, давайте мы сделаем длина очень маленькую. Надо длину запилить. Наверное, вот так вот. Смотри. Размораживай. Ой. Слышь ты, он сожрал нашу калитку бабушкину. Да ты задрал! Да ну, блин, Серега! А, он читер. Ребята, мы сейчас все построим. Мы построим, мы сможем. Так, все, я тут.
Давай, ставь опять тут кубик. Сейчас мы сделаем по красоте все. С двух сторон, кстати, будет веревка. Предел силы очень большой. Давай. Давай пока закрою дверь, задрали приходить. Фух, я вовремя закрыл. Услышите меня? Нет. Так. Ты опять лезешь? Не, услышите звуки? Нет, 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 не слышу. Все, типа, я поставил. Давай я с другой стороны так. Сейчас еще поставлю. Чпоньк. 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 Толкатель. О, мой собрат пришел. Фум. Разморозим. О, а что получается не так? Ну вот лебедка. Лучше лебедка. Не, я сильно хочу... большую длину, надо еще меньше. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, веревка. Ладно, я вам дам шанс, подожду чуть-чуть. Давай, давай, сейчас, 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 мы сделаем вот так, 4 сделаем. А ну, Серега, сейчас я покажу, как надо. Так. Давай. Веревка. И чё? Слышь ты, какашка, а ну чё тебе надо у меня дома? Привет. Так, толкатель. Сейчас я тебе вытолкну. Блин, у меня только ноги видны, какие идут. О, Серега, получилось! О! Ура! Бабушкина калитка одна есть! Мне это нравится! Так, включить, выключить. Активация при получении урона. Не надо нам. Так, с этой стороны веревка. Все, ребята, мы теперь вспомнили, как строить бабушкины калитейшины. Давайте побольше веревок. Надо поширенее их делать. Толкатели. Вот так вот, разморозочка. Ну-ка. Все, Серега, получилось. О, вот это. Теперь мы их будем выталкивать. Что, получается две калитки теперь одновременно? Да, да, да. Ну че, давай, иди через вентиляцию, мы сейчас тебя замочим. Мы не таких моч... Эй! О, я знаю этого челепиздрика. Че тебе надо у меня... Я лучше не буду стоять возле окна. Он может замочить. Серега, ну что ты? Так, подожди, я слышу. Я слышу, по вентиляции кто-то лезет. Нет, никто не лез еще. Не? Нет, Дима, это уже у тебя это... Галлюцинации. Шизофрения. Я слишком жирный, что не могу пролезть через вентиляцию. Эй, так ты худай, зачем ты много детей съел? Иди бегай. Серьезно, не могу пролезть. Ой, я теперь могу отогнуть калитку и загляну, да, туда? Да. А, не могу. О, могу. Прыжком могу? А сел как... Ого, дамажит. Дурная, что ли? Бешеная калитка. Шо, она мне 5 хп снес, Вадим. Ну, вообще, он шо так может? Так. Слышь, нет. Я возле не буду стоять возле двери. Я знаю, что он может... А что это с ней? Смотри. Это козырек такой, чтобы... О! Если с контролом идти, ты прям заходишь. Иди с контролом и увидишь, что будет. Я залезть не могу, я жирный. А давай тебе помогу. Я не хотел, но блин. Я думал, тебе построча дам, и ты сможешь пройти. Че, у нас энергия бесконечная, мы можем долго здесь тусоваться. Дима, ты знаешь, что это по звуку стоит? Да. О. Это Лефти. Нет. Это кто-то с Игнайт, это аниматрон. А, Игнайт от Фредки. Да уйдите вы отсюда, чего вы стоите? Я здесь покажу сейчас. Как у вас... Дима, за... Да я проверил, что видишь, не зашли они. Опа, они еще... Чё, блин, это Фредди на весь экран у меня с автомата. А, ну давай проверим, что там, у нас кто-то идет? Ого! Вот это я все прописал и отлетел в другую сторону. Ого, нифига себе, бабочная калитка. На, внучок, держи лепёшку. Дима, что ты делаешь с калиткой? Серега, будь аккуратна, ты видишь, что творится? Дима, пока что аниматроники нас всего один раз убили, и больше всего ты нас убил. Я больше этого делать не буду, все будет четко. А, слышишь? Слышу, слышу. Не, он через вентиляцию залезть не может. Нет. Не, он залез. Да блин, ты же должен... А че я фонариком не увидел его тень? Все, выходи. Да. Давай, чтобы больше тебя не видели, и дай ему построча. Отлично. Монтировкой по заднице такое себе удовольствие. Да, а чё она так странно себя ведет, эта калитка? Это козырек, чтоб ты на нем сидел. Вот смотри, я на него сейчас возьму сяду. Давай. Вы обидели меня, я вызову брат. О, Серега, давай тебя попробую покатать. Давай.
Сережка катается на бабушкиных калитках. Вообще там не дамажите, Серега? Нет, пока я сижу, меня только знаешь, да, что может убить. Мы на этих калитках не катались еще ни разу. Знаешь, что меня может только убить? Да. АР-2. Не, не вот надо. Это шарик, шарик. А, я понял. Ну и мы не будем проверять, потому что уверен, что так и будет. Ай. А если я буду нажимать, ты сможешь спрыгнуть? А ну слазь. Так. Дима. Да. Дима. Посмотри на камеру. Я за карту упал, Дима, спасибо. Ого. Это нормально? Не нормально. Эй, ты чё стоишь возле дверей? Уходи. Так, я лучше не буду стоять возле окошка. Серега, а ты где? Я сдох. Понял. Значит, к чаю. Сегодня у нас какие-то калитки очень опасные. Это бабушки, калитки, вы чё ожидали? Чё за activated? Да у меня вид от третьего лица врубился. О, я слышу, как у тебя активируется что-то там. Я спал нажал случайно. И звук с activated, знаешь такой игры, Subnautica? Нет, это Half-Life, это Half-Life. А, да? Я проверял, видишь, тоже шаришь? Да. Чё он так долго стоит и не уходит? Слышишь ты, аниматроникс? Пьяный. Пьяный? Да. Вечно пьяный, вечно молодой аниматроник. Серега, смотри, я могу, не дожидаясь, когда дверь откроют, сразу закрыть, смотри. Давай. Можно так троллить аниматроник. Давай, иди. Опа, нет, нельзя. Смотри, вдвоем стоят и хотят попасть. А что вы через вентиляцию не хотите попробовать пройти? Не? Никто? Мне кажется, если вот так держать кнопку, никто не пройдет. Ах вы хитрые какие. Так, что-то никто не идет к нам. Сегодня мы с Серегой тащим. Привет. Да. О, Серега, смотри, я его давлю. Давай. А ну давай, попробуй отодвинуть. А, нельзя, кстати. Тяга выставлена довольно-таки сильная. Вот твоя, калитка дамажит жестко, Дима. Че ты? Нормально дамажит или нет так? Да, нормально. Я буду... Я его откидываю, когда подходит, я начинаю, смотри. Да блин! Да ты же не должен был, как ты в такую щелку пролезло? Дима, активируй калитки, мочи меня. А чё там? Мочи калитки, я хочу сдохнуть от калиток. А, ладно, не важно. Чё ты у нас фахалянали творится? Все как вы любите. Почему ты сейчас 2000 нанесло урон? Да вы чё жирные такие? Да пошли вон отсюда, а. Сегодня какие-то аниматроники пьяны. Да блин, я не могу в свою же вентиляцию попасть. Да пошёл вон отсюда, чё ты за шуку? Ого, ну дамажит. Выходи! Жиробас! А ну давай, кто ещё попробует через вентиляцию пройти? Теперь я не буду нажимать кнопку открывать. Попробуйте. Как он стучит. Чё, это жесть какая-то. Так, Серега, нажимай активирование. Ай. Ого, а чё оно так дам... А чё написано, что я тебя крышка унитаза убил? Я посижу, Дима, лучше. Да-да, сиди. Смотрим, кто там у нас по камерам ходит. Все нормально. Так, стоять вдвоем. А через вентиляцию ссыте, да, пройти? Да, они жирные. Вон, смотри, один жиробас открыл свою пасть, а другой, как дурачок, стоит у двери и никуда не... быстро уходи, вонючко. Нет, чтобы откройте вы дверь, и он забежит. Да что он меня так дамажит, а? Ой, так смотреть могу, как через геймпад играть. Привет. Андрей. Дим, давай ты садись лучше. Вот тебе это как раз будет, мне кажется. Так. Мне больше всех понравилось. О, Серега, я придумал, можно в следующей серии записать бешеный стул с ускорителем и полетать на нем. Зачем ты зашел? Эй, вы чё ходите? Чё, давай, попробуй. О, идёт, Серега, через вентиляцию. Давай. Я держу со всей силы, я его не пущу. Творится какая-то выходаля, но мне нравится. Давай. О, чё она раком встала? Чика. Пошла в мол. Во, отлично, колбасит калитка, в это время оно дамажит. А ну попробуй пройти. Давай. Я просто попробую, я не буду. Давай. Я ещё, ай. Ого. Что это творится? А мы сидим на стульчике. Я помогу твои калитки. Серега, он сейчас тебя опять убьет, наверное, не? А мне пофиг. А сколько у него жизни уже? 8? 1000.
Не, как-то на маус смотрит. Да? Ай. А не, он сейчас по сотку снял. И опять сдох. Танцующая калитка. Он просто как пацан в маншоте. Серега, где-то кляща прописывает смачно. Да как он... Да как ты проскакиваешь? 2000 хп вы снесли за это. Да что-то мало, ты не хочешь выйти через эту же калитку или нет? А? Так, пошел, пошел. На! А что, нельзя выйти? Я не знаю, попробуй, наверное, не получится у тебя. О, прошел! Да ладно! Нет. Да ты задрал, как тебе опять пришло? Я провтыкал нажать кнопку. Эй! А ты попробуй меня на стуле убить, сможешь? Невозможно. А, лучше бы я не проверял. Ладно, можешь, можешь. Все, закрываем. Чинкс. Че, я буду сидеть в автомате? Я автомат. Так, Серега, надо, короче, им бомбу положить в вентиляцию. Че, бомбу? Хочешь? Да, да, давай. Я попробую ее тут. Только сделай, чтобы край торчал, а я возьму калиткой, прижму, она туда улетит к ним. Ай. А почему тебя бомба убила? Она тяжелая очень. Так. Нет, нет, дверь, вы что с ней сделали? Давай, Серега, отходи. Погоди, я активирую. Нет, давай, стой, стой, давай. Стой. Ты ее так не взорвешь. Она, чтоб краешек торчал. Ты ее зафриз, чтоб краешек торчал. Я готов, давайте подрывать. Сейчас все будет, не бойся. Где ваша бомба? Давай. Ого, реально сработал. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем с подписчиками Игорис Мод. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Пацаны, делайте что-то, что хотите, чтобы было намного интереснее и весело. Надеюсь, подписчикам понравится, и они поставят лайкосик. Ну что, ты готов, антикотик? Так. Готов. Так, у нас играет Лимекс и Чумной Доктор. Пока можете там готовиться. Так, готовимся. Давайте, знаете, что сделаем? Подожди. А давайте мы им сделаем очень хорошие вещи. Например, ну, ядерную бомбу еще рано взрывать. Хорошо, давайте возьмем. Сразу, знаете, у меня такие очень активные действия. Давайте поставим. А может надо? Не-не, пацаны, я пошутил насчет ядерной бомбы. Может, можете залагать из-за нее. Не, я не буду взрывать сейчас. О, я не буду ее взрывать. Так, настроение у нас, как всегда, классное. Так, давайте проверим, кнопки работают. А зачем вы поставили вопрос вот эти бомбы? А кто? Вы. А мы, чтобы видели, как вы ходите. Ну что, люди, начинаем. Ну что, давай. Заходи, антикотик, заходи, закрываем калитку. А, они уже идут. Калитка, закрывайся. А что дверь не работает? Они нажали кнопку там, что ли? Нет. Вы чё? Вы нажали кнопку? Не работает. Работает. Блин, одновременно дверь закрыла и убила аниматроник. Хорошо. Я буду мстить за себя. В следующей жизни. Хорошо. Надо быть внимательнее, пацаны. А как вы так убили? Вы что, невидимые, что ли, ходите? А что за лампочки там? Да. Эй, уходи отсюда. Ты что тут делаешь у меня дома? Так, все хорошо. Кто-то умеет делать бабушки на калитке? Антикотик, ты умеешь делать? Человек в гипнозе. Смотрим, а смотрим. Я иду и иду на работу. Вот ты в пиццерию! Детишек удивлять, Димаса убивать, подписчика открывайте пугать. Открывайте двери, я пришел за... А, у нас давай. Кончились эти сапоги резиновые. Заходите завтра. Все, видео жара окончено. Все, в следующем году встретимся. Так, так, так. Они взяли какого-то мощного аниматроника. У меня аж подвисло чуть-чуть. Так, кто там? О, я тебя знаю. Ты Скрабэйби. У тебя очень красивые зубы. А что у тебя в животе там светится? Ты, короче, родственник Железного Человека. У тебя там какой-то генератор вечный. Эй. Ой, она еще стоит. Она что ли бомбу уже разминировала? Иду за вами. Да. Куда ты там идешь за нами? Неожиданности. Короче, у нас сегодня ребята собрались певцы, которые могут петь лучше, чем даже я. О, привет. Я тебя знаю, ты конченый. Смотреть назад. Кто а можно к вам? Эй! Эй, блин, я вынажал, пацаны, не хотел читерить, но получилось так. Да я хотел... Да я, блин, это обстоятельство, я хотел просто нажать другую кнопку. Я хотел прыгнуть, короче, и пробел нажать, а получилось полетел. Здорово. А ты чё это меня спёр? Сейчас пропущу вас.
мистер. А где они там ходят? Так, надо мне, короче, возвращаться на свою базу потихоньку. Короче, я немножко спрятался. Тут замуровали все. А, ну давай, ломайте эти. Ого, вот это я каратист. О, к нам заходит подписчик какой-то. Ребята, если вы хотите со мной позаписывать ролики, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании и прикрепленных комментариях. У нас очень весело, очень много людей. Да? Щида? Или чи нет? А где все вы? Я не все вы. Я, короче, пацаны, да, моя миссия добраться до моего рабочего стола, чтобы вы меня не убили. Надеюсь, у меня получится. Так, 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 никого. Ха, там они идут. Ах ты, блин, да как я так далеко убил? Нифига себе, я дернулся. Я был близко. Да я понимаю, что близко. А я был далеко. Ну а ты чё? Вы чё, друг друга мочите, что ли? Friendly fire, friendly fire. Нет, просто. Так, 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 веселимся, да? Хорошо. Просто он слишком толстый для одного прохода. И получается, ты должен его убить, чтобы пройти. Гениально. Да. Вот это кентуха. А по сюжету есть такое, что аниматроники друг друга убивают? Если было бы, то было бы прикольно. Ну, в нашем сюжете такое есть, ребята. Аниматроник убил аниматроника. А из-за чего убил-то? А, из-за того, что твоя жирная задница, я вспомнил. Димас, ты где это? Я убежал. Я тебя вижу. Где ты меня видишь? Ой, да, привет. Так кто там гвозди забивает? У тебя с кишков что-то вылезло. Так его звук как будто молотком бьют. Да смотри, какой громкий. Ты чё там ходишь у меня дома? Дверь мне запилил? Дверь мне запилил! Уходите отсюда, тут все кончилось. Где? На тебе! Отвали! Я не могу через двери убить тебя, что такое? Здорово. Здорово. Чё, задница не пролазит в дверь, да? Щелочка маленькая. Знаете, что основной компонент для нашей калитки? Ну давай, заумничай. Это, скорее всего, будет у нас. Это там... будет у нас? Так, я никого не убиваю. Марионетка, я тебя вижу. Как? А я фонариком, когда свечу, я вижу твою тень на стене. Да ё-моё. А когда без фонарика, не вижу, не знаю, где ты. Короче, это смотри, у нас тут дверь. У нас дверь с отравляющим эффектом. Это, короче, вонище убьет тебя. Пожорная. О, нормальное вонище поднимаем, ну тут. Подожди, а как его назад сделать? Ой, он в наш кабинете. Кто этот пердун? Ой! Не обращай внимания, он ничего нам сделать не может. Он не такой, как раньше. Да как его назад при... А, вот так вот? Да. Все, я понял. Ладно, ничего не понял, но очень интересно. Ты что тут ходишь своим? Ой! Ты что такой жесткий? Так, где ты там ходишь? Чекаем, чекаем, где-то тут ходит. О, слышишь? Ой, он у двери. Чё ты ходишь? Ну, уже воняет сильно так. Ну, нормально. Давай выключим вонище. Вонище отключено успешно. Так, сфоткай дым. Да. Мы будем его как привидение вспышками искать. Может, где-то увидим его? Нету. Тут нету. Вентиляции нету. Ах ты голова! Я его, кстати, краешком глаза увидел, но уже поздно было. Он сзади нас, короче, пришел, красавчик. Где это челепиздрик ходит? Он на улице. На улице, да? Че ты гонишь, меня там нет. А где ты? А не скажу. Я на вентиляции. Он не может меня достать. Так, 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 я иду. Я иду спасать тебе жизнь. Где он? Куда-то. Вот он! На тебе! Че? Его что, не убило, что ли? А ты что, живой остался? Ой, как больно.
А чё не умирает? У меня сегодня чипо снял. Да ты нас убиваешь. Я понимаю, что нас убивают. Я хочу его убить. Как убить него? Тогда я пойду его убивать. Надо его выследить и замочить. Ты чё такой живучий оказался? Ой. Я вообще буду его тушить сейчас. Есть! Блин, я убил своего, да что за говнище? Это реально смешно. Чумной доктор, давай, мочи его! Давай! Так, где он лазит? Я его не вижу, он где-то вонючими ногами шуршит. А? Да как? Я его убил. Наконец-то! Я жарко. Ну и что ты теперь нам скажешь? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Серега. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем на карте FNAF 8. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А пацанчики нас пугают. Так что, ребята, если вам нравится эта карта, эта рубрика, ставьте лайкосик и пишите комментарии. Тут даже Димон этот. Охранников. Воздух свежий. Ага. Пора его испортить. Автомат игровый прозрачный. Но это для того, чтобы, может, оптимизация была? Угу. Может, и не для этого. Мне нравится. Ну, можно классно в прятки играть, заныкаться. Ребята, сделаем то, что вы очень любите сильно. Это калитка от Димона Покемона. От бабушки Димона. Так, мужики, короче, мы закрылись. О, кстати, давайте посмотрим то, что... Ну, видно, короче, как маринетка сидит внутри. И дергается. Электричество как-то бьет. Ага. Кстати, даже вижу ее ноги и полосатые руки. О, это Rockstar... Марионетка. Rockstar Марионетка. Офигенно. Это прикольно. Классные. О, у него шляпа есть. Так, Димончик делает. Смотрим. Новые канаты. Подожди. Старичок, не ползи к нам. Стой. Ты куда пополз? Ну-ка, давай не будем сегодня. Так, Димон сделал какую-то тягу на бульбашках, не? О. Кстати, Димон очень классно сделал. Пусть не так, как всегда, даже лучше. Бей, бей по башке. Димон, не пускай, не пускай. Не... О, ты его отталкиваешь. Бей, бей. Бабушкиной калиткой по башке еще никто не получал, не? Димон, как ты думаешь, у него жизни тратятся? Да, по чуть-чуть Димас отбавляет. Эй, ты чё энергию открыл, попугай вонючий? Улетай! Диман, он залетел к нам в дырку. Эй, ты чё? Лови его. Улетай отсюда. Я его вижу. Эй, гармошек. Вэка я найду. А, монетки нам должен, да. У него нету, Диман, скримера. Знаешь что, Димас, у Фокси есть вероятность того, что он нападет. А, попугай сам себе дверь. И эта вероятность выпала, то, что нас убил, да? Да, еще вероятность того, что он дверь открывает. Изнутри, вообще сильно. Так, а ну, Димон, отсюда уже все поуходили, давай открываем эту дверь. Вот, блин, она какая-то дрочливая, эта дверь у тебя. Да, ну она такая веселая. Есть такое, да, немножко? Так, и давай с этой стороны сделаем тоже. Так, как ты сюда проник, алло? Ему надо заплатить, Димас. Он гопник. Это местный гопник, Димас. Гопник ты наш местный. Да, микрофон местный. Надо забрать. Сейчас, секундочку. Так, 5 монет. Слышь, дадим. Кто там пришел, в очередь вставайте, пацаны, мы не можем сразу всех обслужить. Давай, Дима, суй в него, это, монеты в него. Суй. Монеты, я тебя сейчас засу... Ай, блин, кто-то дерется. Суй в него, Дима, в жопу его засунь. Да не могу. Там воняет. О, жрет, смотри, что сожрал сколько. Диман, монет, закрывай калитку, блин, ты не успел. Свети в него, свети фонариком. А, светить надо, светить, все, мы светим. Он сесть должен, вот, все. Блин, завтыкали. Так. Ну чё ты смотришь на меня, такой зубастый. Смотри, красавчик. Когда он сел, на него нельзя больше светить вас, когда он сидит. А ты ж мне не сказал сразу. А ну, Димон, да, давай мне по башке проверим, сильно лупит или нет. Конечно. Давай. Ого, больше не надо. Я уже понял. Димон, 50 хп? Довольно-таки неплохо для калитки. Димон, закрыть надо было! Марионетка забежала. Ну ничего, мы выживем. Марионетка. Бесплатный пропуск окончен. Бесплатная экскурсия. Димас, беги ко мне быстрее. Я заныкался. А, заныкался, хорошо. Я слышу, как кто-то стучит там. Я тебя понял.
Все, я иду, я иду. Где-то бегаешь, я сейчас сделаю новую калитку. Вот, ребят, вы когда-нибудь видели мусорную... Димон, открой, пожалуйста. А, блин! Так, Димас. А это что у тебя за мусорный бак? А это мусорная висит? Калитка. Мусорная калитка. Первый раз такое слышу, да. Но очень интересно. Слышишь, мусорная... там кто-то крякает нам. Мужик, уходи. Мы попугаев... Ого! Ну он пролезть не может, только жопа застряет. Вот чуть-чуть не хватает, но скоро, я думаю, будет. Это хроник, у которого из-за того, что у него жопа здоровая, не пролезает. Чё ты крякаешь тут, крякалка? Так, сейчас мой толкатель возьмем. Так, о, ты уже, короче, резинки от трусов приделал. А это новые резинки, видишь, усовершенствованные. Такие красивые. Проволочные. О, здоровяк пришел. А как он пришел к нам? Через вентиляцию? Блин, забыли закрыть. Я пока калитку строил, ты, Димас, бы хоть чуть-чуть это... Калитку? Смотрелся. Да, я не смог. Ты так внимательно показывал и рассказывал, я глаз не мог оторвать. Так, давай проверим. Давай продолжим. Диман, закрой вентиляцию. Смотри, работает. Да, блин, попугай этот вонючий прилетел. Лови, лови его. Ловим, ловим. Так, опа. Давай нам 10 монеток, а то нам платить нечего. 40 тысяч долларов. Монетки, монетки нам сыпет, Димас. Ого. Это очень все, много. Все, все мои. Все, уходи. Давай. Давай, а нет, Дима, можно... только не открывай двери. Нет. Ах ты, калиточник, убил меня. Так, все, Дима, шума больше никакого нету. Давай наше золотишко складываем. Так. Там кто-то спавнится очень большой. Да, согласен. Ого, ты монет тут нафигачил. Рокстар Чика пришла. Ты че, а ну маракасами потряси. Знаешь, что для Рокстар Чики? О, а ну станцуй. А где Бонни с гитарой? Так, Димас, для Rockstar Chiki нужна табличка «Осторожно, скользкий пол». Тут, короче, скользкий пол. Это работает так? Нет. Ты ей посказал. А здесь скользкий пол. Ты можешь упасть и умереть. Димон, твоя калитка опять не сработала. Она просто не усовершенствована. Димас, от этого челика не спастись никак. Я знал уже. Подожди, а может это гитару реально где-то его тут достать? Прикольно играет он. Короче, у него эта гитара сломана, Димас, надо новую найти. Давай поищем. Какая у нас есть гитара? Я тебе могу мячик дать, хочешь? О, съел его. Нормально. Все, он уходит, ему понравилось. Гитара ему не нужна была, так как она у него и так... Дима, тут, короче, это какой-то дурачок с шариком бегает, по-любому. Так, ты чё меня бьёшь? Где? Кто? А, к нам какой-то... А я думаю, чё у меня фонарик не работает? А, злодей какой-то ворует электричество. Слышь, давай его ногой бить. Это батареечный вор. Вот он тут, вот он тут. Ой, пришел козявочка какой-то. Лупил, лупил. А вот он бегает, этот сопляк малой. Ай, блин. А, Димон. Да он какой-то опасный. Я не знаю, как его убить, я его не вижу. Слышь, ты. Я могу Дима на корточках бить даже. Я его бью. Давай его в руки возьмем. Слышь, ты, ручной мишка. Иди сюда. Че ты тут делаешь у нас дома? Смотри, он настолько тяжелый, что я его поднять. О, кстати, его надо пожалеть. Его надо пожалеть. А, Балумбой, вот он, Балумбой. Пинай его, Дима, спинай Балумбой, он здесь. Балумбой, ты фонарик не отдай. Бей. А фонарик не работает. Ах ты. За Димона отомщу. Надо было на Тимара светить. А нам нечем было. Я их боюсь, они какие-то очень... Ой. Смотри, в тебе заспавнился. Спринг Трапушкин. Димон, у меня фонарик не работает. А, у меня работает. Да? А! Слышь? Так, все, Димас, началась война между аниматрониками. А, блин, Димон, а как я его не видел? Так, ой, фонарик заработал. Спасибо тебе, Бонни. Димон, а да он... кто стол украл наш рабочий? Его съели, его не украли. Там в столе лежали булочки с картошкой. Ого, да не надо тут на окнах лежать нам. На. Ого, труп фейшены вылетают. Кто-то у нас уходит. Уходим, уходим, открывай двери. А, блин, кто-то меня сожрал. Я тоже. Да смотри, что делает. Димон, доставай ядерную бомбу, быстрей. А, подожди. Ядерная бомба. Ядерная бомба. Да ядерная бомба, говорю.
Ты, Дима, тоже не возрождаешься? Так как? Я лежу. Слышишь, так нечестно, уходи. Димас, гаси его. Не могу, я умираю. Так, ну, Димон, все. Все, вам хана. Вы знаете, где, вы знаете, где я живу? Где? Там, где взрывают ядерные бомбы. Да слышишь ты? Ого, вы чего? Это Димас, я аниматроника побью. Димон, чисто в центр пиццерии. О, я. А, пойдет? Смотрите, жареные аниматроники лежат. Или это Димон? Димон, это ты? Не-не-не, это не я. Аниматроника валяется. Смотри. Идем посмотрим. Ого, смотри, сколько спринтрапов. Да, дай посмотрю. Мужики, вставайте. Ого. Мы свои. А че их так много? Не знаю. Мы их братьев убили. Гора спринтрапов. Ребята, недорого, спринтрапы на запчасти. Мы можем купаться в них вообще. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Енот. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно просили, чтобы мы с Димоном поиграли за аниматроников. Рубрика «Аниматроники пугают охранника», если пьете и кушаете. Приятного аппетита. Ну что, Димон, ты готов их пугать? Конечно, я готов, сейчас ну я что, только пацаны, аниматроников возьму. Нашивайте себе штаны толстые, особенно сзади. Будем сейчас мочить вас. Давайте. Одевайте. Димон, ты видишь, как тут лес еще улучшили? У меня эта карта, кстати, сегодня что-то обновилась. На улицу идем тогда. Да, ну-ка, выходи. Давай. Тут дремучий лес есть. Дремучий лес. Сейчас вообще посмотрим. Блин, намудрили. Здесь доски еще. Кстати, мы давно тут прятки не играли. Может, тут еще в лесу в следующий раз прятки замочим? Ты думаешь, тут лес обновили? Да, ребят, так что ставьте лайкосики, пишите в комментариях. Что нам в следующий раз записать? Да, Димон, обновили лес. Целых 100 мегабайт леса обновили. Так, что я? Добавили веточки, да? Так. Не-не-не. Так. Давай бери какого-нибудь самого старого. Да я нормальный, чё, я очень быстрый. О, можно я на тебя запрыгну, понесёшь меня? Все, вот кто я. Шкандыбаю на одну ногу. Большая черепаха. Сейчас, ладно, я пошутил. Без шуток, да. Во. Братуха, во, давай, а я... иди. Подожди, я за кого? А, мы братья, мы братухи, да, с тобой, ну. Близнецы. Во, давай, Димас, спецназ. Димас, что у тебя сзади воняет там? Это пружинка заржавела. Понял, понял, надо смазать тебя. Ага, смазать. Так, ладно. Давай, давай, лезь, не отвлекайся, очень все серьезно. У нас очень много дел. Как можно быть серьезным, если мы ползем как... Невидимый стань. Во-во-во, четко, четко, да? Четко. У нас, кстати, уха нет, не было. Ухо видимое, слышим, да? Ухо, все плохо. Че, пацаны? О, они делают калитки вот эти вот. Че, убил их двоих? Конечно. Никого меня не оставил. Че ты обжора такой? Двери не закрывают. А вот так вот двери не закрывают, пришлось их убить. Че тут головой бьюсь об люстры? Ты очень большой. Меня спотыкаешься. Так, короче, давай. Мне не нравится аниматроник, он голимый. Давай лучше возьмем. Слишком мощный, давай другого. Вот зубастый урод. Блин, такого же взял. Да как мы с тобой одинаково думаем, что ли? Блин. Диман, ты повторяешь за нами. Давай в обход пойдем в эту сторону. В этот давай. Так, так, так. Вот, давай немножко шума создадим. Как помнишь, мы с тобой искали режим, зашли на один и тот же, даже на сервер один и тот же. Да, да, да. Открывайте двери, мы вам принесли. Пирожки с картошкой надо вам? Да. Серёг, что ты в руках? Топор держит? Фига себе. А он не достает, он не достает. Ах, блин, достает. Ты, блин, по лбу мне дал. Так, снял у тебя 32 хп. А я ему его жизнь за это забрал. Ты что тут машешь? Ого, а как-то дверь у них... Что? Как так-то? Че? А Димон, это ты сделал? Да. Управлять? Мочи, мочи его. Ты че там в щелочку заглядываешь? Они дверь закрыть-то не могут теперь. Так мы и зайти в нее не можем. А, не разбегайся. Да вот ты говно. Ты смотри, что делает. Все, все, нас нет уже, успокойся. Какой-то псих, что ли? Я пришел с гармошкой. Сыграем что-нибудь. Да, сейчас буду вам лобать тут. Какие песни знаешь? Серега, я сейчас опять вас замочу. О, пришел Балунбой. Балунбой по 5 хп, да, отнимает?
Дайте пролезть как-нибудь, не могу пролезть. О, Димон, во! А, блин, арбалетом! Да как пролезть? Ага. Я их кусаю, вас. 5 хп отнимаю. Да ты у меня уже 10 хп отнял, что ли? Нет, не я. Видимо, я неправильно починил двери. Так, короче, я возьму... О, я возьму вот этого чику. Танцюрист. Ой, блин. Я вспомнил, мне надо кое-куда сходить. Куда-то в пиццерии подальше. А вы попробуйте двери закрыть, она закрывается вообще? Смотри, что они там делают, вообще разошлись. Попробуйте дверь закрыть, открыть. Она закрывается? А, Дима, она сама выравнивается. Да, да, да. Ты видел, как она сначала полетела прикольно? Ты чё дерёшься? Так, короче, надо, Дима, как-то на нычку прийти, чтобы они не ожидали. Да, давай. Так, пусть двери откроют. План, я его придерживаюсь. Да, да, да. Опа. А! Ты чё, он с бензопилой ко мне прибежал, Димон? Чё, он меня пилит! Сваливаем, сваливаем этого. Ты чё? С предельщика. Димон, я тебя защитю. Защитил. Все, я тебя защитил. Все, я пополз по стенам. А ты можешь? О, я возьму ползучего. Я практиковал. Во, класс, я реально ползать умею по стенам. О, кто-то на гитаре лупит. Да, только тут, правда, стены очень маленькие. Мужики, вы меня видите? Серега, ты сам себя убил. А, нет, я енот убил. О, ты тоже взял лефти? Да. О, не лефти, а... Я сначала его взял, ну, типа, тебе сказал, по стенам буду лазить. Молот она. Опять мы вместе взяли. Как-то стрёмно он лазит. Смотри, Дарт Вейдер, блин. Хорошо. Star Wars в другом месте находится. В другом паке. Вот да. Эндер вообще сила. Просто сильнейший аниматроник на планете. Что, Серега, будешь открывать нам дверь? А ну, Димон, как-то надо западло им сделать. Димасик. Ай-яй-яй-яй-яй. Я знаю, тут проходы другие. На. Курси. Еще дамажит. А, давай к ним, я знаю, как можно пройти. Так, вентиляцию нам нужно. Вентиляция. Найдена успешно. Димас, знаешь, где я? Где? У них, внутри. Мочи, мочи их. О, я вижу, там что-то творится. Я через вентиляцию прошел к ним. Я тоже лезу. Да? У меня очень медленный мужик. У них две вентиляции, кстати. На. У них корень какая-то совсем бабушкина. Очень. Ого, они тут что-то и... такое. Ого, Димон, у них калитка какая-то бешеная. Вы что, тут психи, что ли? Мясорубка какая-то. Здрасте. Здрасте, я к вам. Ого, у них дверь. А! Димон, я не хотел тебя убить. А я думал они. На, убивают сами себя калиткой, красавчики. Я выхожу. Не попадает, не попадает. Ты что тут творится с дверями, что? Они убивают друг друга, когда с дверями есть. Серега, ну что, ты видишь меня или нет? А ты где? Что-то у вас очень слабое оружие. Вообще у меня жизни не отнимает, чуть-чуть. Ого! И копьями, и чем еще? Чё-то, пацаны, слабо. Ни о чем. Я ваша бабушка. Мочи, Димон. И я его, короче. А теперь мы можем выходить. Теперь выходи, дверь откроешь. Выходи, выходи. Блин, да что у меня поезд? Придавил тебя. Как-то больно. Больно, да? Все, я пошел. Ладно, давайте, удачи, не болейте. Ты че купьями кидаешься? Да, ты не попадаешь, мужик. Ты косой. О, Фантайм Фокси. Ну вам тогда хана. Нет, ты нам ничего не сделаешь. Димас, заходи в дверь, заходи. Бока, что? А так что... Ого, ты чё, Серёга, мне такое не берёт. Меня взяло. Не-не-не. Конкретно. Видно, не прямой был у меня удар. Офигеть, Масик. Это вообще жесть.
Ничего себе, нас тут всех плюсануло как. Так, как-то слабо, мне кажется. Мои калитки снесло. А как тебе там? Они, о! У тебя есть калитки-то? Это походня крутой. Это я, подожди. Я очень крутой. Да ты молодец, да. На меня. О, к нам зашел какой-то мафиозник или что это такое было? Капец, у них тут вообще развал у нас внутри. А че тут у них, короче, стола нету? Это я сломал. Понял. Да что я всех мочу, а? Кого вижу, того и мочу. Да я вообще-то невидимый был. А-а-а. Да. Так, сейчас мы возьмем. Кого? Кого? Мы возьмем? Мишку возьмем. Михаилова? Да. Михаил Круг, знаешь, такой. Да-да-да. А, этот не дамажит. Я Бонни. Огу! Все, топором зарубил. О, Димас, у него пистолет читменский. Я защитил тебя. Да? Где он там стреляет? Ах ты жопа! Боишься, Серега? Напугал, нормально? Слабовато. Обосрался. Обосрался. Испугался? Обосрался. Так. Посидим тут на нычке. Такой. Ой, я тебя вижу, Димас, нычка твоя прикольная. Че ты камушками дверь стекла разломаешь? Так прикольно. Ты как ее ломаешь? Они уже лопнуты своим телом, просто пропрыгивай и все. А, не, у меня тело застряло в этом. Ах ты! Смотри, он к нам пришел! Димон, все, я объявляю войну. Ого! Давай я тоже объявлять начинаю. Так, объявление давай, Серега. Объявление войны началось! Аниматроники против! Охранник. Да смотри, поехали. Какой он меткий! Вот, блин. Димон, как его убить? Да как-то по-хитрому. Ах ты жопа, мой трупейшн. Ты как и трупейшн полетает. На раскорячке, короче, лёг. Хорошо. Да как ты меня убил? Я иду. Читер, читер какой-то. Димон, как его убить? Да, хорошо, вот если просто. Надо взять, знаешь, какого аниматроника? Ну, какого? Который может вставать невидим. Это сильного, да, надо взять? Да-да-да, как ты узнал? Я так практикую. Так, сейчас. Мы возьмем. Во, все, Димон. Серега, привет. Ого. Убил. Я сзади был. Красава. Я по вентиляции пролез. А, опять мы с тобой одинаковые взяли. Ах ты. Фокси так кидает просто смачно. У нас добрый день. Ого. Они истребитель. Друг друга, что ли, убивали? Слышь, ты истребитель аниматроников, иди сюда. Да откуда ты берешься, крыса? А, блин, вот я все разозлен. Беру самого читерского аниматроника. Кто у нас там самый читерский? Твистед, наверное, да, какой-нибудь? Так, все, я тут стою на таком нычке, что я его по-любому убью. 1000 хп у меня. Чё, кто со мной, а? Админский пистолет против... убьет тоже его. Нет, нифига. А! Блин. Убивайте его, диета. Я зато сейчас быстрый стал. На, на. Одного Дима сгрохнул, второго не успел. Есть, Диман, я отомстил. Я еще раз. У меня башка не помещается. Так, так, так. Кто еще? Да никто уже, мы всех поубивали. Да я не знаю. Нет, даже получается, что аниматроники выиграли? Конечно. Мы выиграли с тобой, Димон. Нет, Серега, слабое оружие, слабо, давай мощнее. А, ну хочешь мощнее? Да, мне слабое, давай мощнее. Димон, ты куда побежал? Уноси ноги. Ухожу. Какой-то слабый взрыв. Нет! Иди отсюда, сейчас взорвет меня. Тут что-то горит, все. Я ухожу.
Что тут дыма? Ого, вот теперь точно снесло. Офигеть. О, перчатка Тануса. Да. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега и очень много подписчиков. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Добрый всем привет. Давно у нас не было рубрики «Только вчера». Аниматроники пугают охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А Серега и подписчики будут нас пугать. Ой, извини, я не хотел. Вынес одного выстрела просто. Сегодня злые не только у нас аниматроники, но и охранники. Или давайте дробаш возьмем. Пацан, давайте дробаш. Опять пришел. Говорю, не ходите здесь. Это наша пиццерия. Я хотел уйти. А, но не успел. Обстоятельства. Так, давайте тогда возьмем послабее оружие, потому что это оружие очень мощно стреляет. Давайте возьмем монетку. Тут попугай. Где попугай? Есть. Опа. Наших охранников мочат. У нас и так тут персонал слабый. Че, не убил я тебя, что ли? Не. А че такой мощный? Не знаю. Так, пацаны, давайте будем внимательнее играть. Тут балмбой пришел. Он хочет фонарик наш украсть. Так, не стойте возле окна, убьет. Все пацаны шкерятся, думают, ну нафиг. Отец, ну ты видел? На, ну же говорю, не подходите. Это псих какой-то, а не Робли. Понял, маску вообще нельзя надевать. Маска здесь не работает, Серега на запах определяет. Только не знаю, как он это делает, какой запах там исходит, но он знает. А! Убивают. Убивает наших, пацаны. Берем оружие и мочим их. Я даже возродиться не успеваю. Не успеешь, потому что здесь очень жесткий. Пацаны, извините, я всех мочу. Да что они такие нападающие? Надо, короче, нам, пацаны, какой-то план составить. И как их убивать? Надо, короче, вместе держаться. Так, сейчас я возьму какое-то оружие. Мое любимое. Ах ты что? Укусила меня за голову. Хорошо. Димас, ты не против? Я тут так полежу немножко. Полежи, полежи. Нормально тебе? Не холодно? Не, не холодно. А сейчас холоднее стало. В портал пацаны попадают. Да шо меня все двигают-то? У нас пацаны в канале творится. Все любят, когда мы вселимся и делаем какую-то жесткую дичь. Ребята, это та серия. Пацаны, давайте каких-то ловушек возьмем. Так, оружие. Half-Life 2. Пацаны, давайте, раздача оружия. Давайте, ставим, короче, минируем всю пиццерию. Сейчас будем все тут чудить. Так, бомбочки выданы. Вот это сейчас тут будет. Я чувствую, сейчас мы тут... Все зависнет у нас. Есть. Есть. Бум. Есть. Ой. Я фонариком свечу. Свечу, свечу фонариком. Там моя бомба. Сейчас что-то будет. Отвали. А! Блин, убегал. От одного аниматроника убила марионетка. Это очень сильно. О, у меня есть вот такое оружие. Сейчас. Оружие. Знаете, пацаны, какую надо? Надо взять гранату, которая воняет. Она их очень сильно мочит. Ух ты! Бум! Бум-бум-бум-бум-бум! Психи пришли. Че, тебя не убил, что ли? А сколько у тебя жизни? Смотри, пришел. Так закройте вы двери, пацаны. Все, уходи. А, марионетка зашла. Она тут вот летает. Мочите ее. Да вы задрали, пацаны, вас очень много. Отступаем, отступаем. Нитроглицерин. Ой. Умный человек так только и сделает. Вот это жахнуло, так жахнуло. Есть еще вот такой вот у нас шарик волшебный. Пацаны, я шарик активировал, убегайте. Беги, беги, пацаны, не бегите туда.
Лучше от подальше от офиса. Ой-ой-ой. Че, никого не убило, что ли? А, красиво очень. Давайте еще разок. Так, погнали. Пролетаем в лес. Я хоть живой останусь? Че, пацаны, живые? Вот это оно жахает. Мне так нравятся эти бомбы. Но аниматроников никого я не убил. Хорошо. Есть у меня еще один сюрприз для них. А, он меня хочет убить. А я его буду монтировку лупить. По спине настреляю. Он меня не может замочить так. Ладно, смог. Кстати, скример поменяли. Раньше такого скримера не было. Новый скример добавили. Так, пацаны, нам нужен план какой-нибудь составить. Блин, они вообще тут все съели уже. Прощай, волчара, я успел закрыть. Так, надо лампочку поставить. Что-то здесь очень плохо со светом. Кран остался и кнопки. Что вы наделали? Так, какое оружие еще взять? Давайте дробашок возьмем. Чё ты? На. На. Слабый дробаш, очень слабый. Как их убить? Этот вообще пришел как к себе домой. Ой, ой. Не убивай меня, я добрый. Блин, да что ты хочешь от меня? Волчара! Как ты вообще вентиляцию пролазишь? Ты очень большой. Ты нарушаешь все правила физики. Что делать против этого человека? Хорошо. Сейчас, Серега, подожди секунду. Есть у меня для тебя сюрприз. Очень хороший. А чё не сработала моя монета? Ты чё, её съедаешь, что ли? А чё она просирает, монета моя? А чё она не работает, я не понимаю. Я живой, ты меня не убил. А, не, я живой, я умер. Еще один пришел. Да смотрите на них, сколько вас тут. Бум. Ой, пацаны, извините, вы подпали под горячую руку. А я монетку подбросил, он не успел ее стрельнуть. О, вот это пойдет. Воу, прикольно. Кстати, убила кого-то. А, то Серега нас убивает опять. Да что ж такое? Ребята, а теперь я не буду шутить с вами. Идите сюда. Есть. Я вышел на охоту. Ни один аниматроник не останется живой. Ребят, напишите в комментариях, какое оружие мне использовать. Если вам нравится, ставьте лайки, не забывайте подписываться на классный канал Димас ТВ. На! Вы что можете охранников? На! О, вот он! Скраббэйби! И села на мой труп. Смотреть, как я валяюсь. Молодец. Помолись. Не, пацаны, так долго не должен продолжаться. Надо как-то решать этот вопрос. Ой, блин, бомба себе по башке дал. Вот дурачок. Воу. А вот это мне нравится. Это я бомбу, да, поставил? Все умерли, нет? Это не напал. Это не напалмовая бомба была? Была. Прощайте, я побежал. Ух ты. А, летите, пацаны. Подальше. Ух. Да что мне убивать за одну секунду? Да, вот эта бомба вообще сильная. Мне так нравится она. Вообще уничтожили всю карту. Хорошо, давайте что-нибудь поярче жахнем. У нас еще есть бомба. Царь. А вот эта бомба, не? Не пойдет? Хорошо, я лечу на улицу. Царь, бомба, это же получается у нас ядерная, да? Да не, лучше другую ядерку взорву, смотри. Давай. Убейте себя сами, облегчите нам жизнь. Как-то так, да?
И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!